Друзья, привет! Наконец-то я добрался до этого видео, очень давно хочу его снять. Сегодня я поделюсь с вами своей ежедневной растяжкой, я делаю это каждое утро. Занимает всего 15 минут времени, воздействует на все мышцы нашего тела, помогает их размять, растянуть, привести в тонус. Для кого это растяжка? Да, для любого человека, который, в принципе, хочет заботиться о своем теле и начал об этом задумываться. Если вы не знаете, с чего начать, то можно начать именно вот с этой растяжки. Нам понадобится коврик для йоги, если есть. Если его нет, то можно использовать обычное полотенце. Если есть желание, можете попробовать поделать это на полу. Это тоже очень полезно и не так страшно, как кажется. Я быстренько пробегусь по основным упражнениям. Перед тем, как начать растяжку, желательно разогреть свои мышцы. Вот, можно это сделать разными способами. Я считаю делать отжимания и приседания. В принципе, этого достаточно для того, чтобы разогреть мышцы. Можно поделать jumping jacks. Это вот это упражнение. Всего минутку, допустим. Вот. Можно поделать хлопки какими-нибудь ладоням. То есть, в принципе, тоже вариант. В общем, главное разогреть мышцы. Я уже разогрелся. Вы можете, то есть это видео нацелено на то, чтобы вы параллельно со мной делали все упражнения. Ну и сразу скажу, чтобы мы все понимали, чем мы заняты. Растяжка. Растяжка – это очень плавный, спокойный, медленный процесс. Мы ни в коем случае себя не рвем, никаких рывков не нужно делать. Ни в коем случае не хочу, чтобы вы себя травмировали. Поэтому все делаем медленно и осознанно. Так, поехали. Значит, первое упражнение. Мы пойдем сверху вниз. Соответственно, нам нужно вытянуть сейчас тело. Поэтому мы на вдохе, дыхание тоже очень важно, кстати, на вдохе. Мы вытягиваемся наверх руками, максимально тянемся, соединяем, на выдохе спускаем. Это базовое упражнение. Для тех, у кого получается, вы можете вставать еще и на носочки. Тем самым активируем мышцы-стабилизаторы своего тела. Таких нам нужно сделать 10. Делайте параллельно со мной. Выдох. Тянемся. И последний раз. Молодцы, можем себя похвалить. Следующее упражнение. Вытягиваем руки, соединяем ладонями над головой. Вытягиваемся, ноги вместе. Делаем наклоны в каждый бок по 10 секунд. Поехали. Не забываем дышать. Готово. Другая сторона. Растягиваем боковые мышцы. Все, молодцы. Встряхнули руки. Пойдемте пройдемся по шее. Значит, берем себя за голову. Вот эта рука, она оттягивает. Видите, оттягивает вниз. Здесь мы даем давление. И 10 секунд. Поехали. Другая сторона, то же самое. Оттягиваем. Только мы можем чувствовать, насколько мы можем себе позволить растягивать свои мышцы. Никаких болевых ощущений. Никакого сильного дискомфорта не должно быть. Он может быть, но очень-очень легкий. Вот. И готово. То же самое. Берем замочек. Кладем себе на затылок. И 10 секунд вперед. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поигрались немножко и расслабляем плечи.
закидываем голову, значит, нужно сомкнуть челюсть, не нужно раскрывать рот. Замкнули челюсть и поднимаем. Десять секунд, растянули шею, молодцы. Движемся дальше, делаем полуобороты спереди. Девять, десять, делаем полуобороты сзади. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Вы можете услышать похрустывание. В пределах нормы это ничего страшного не происходит, не волнуйтесь. Шею мы тоже размяли, давайте перейдем к рукам. Берем ладошку вот так вот вниз и тянем пальцы на себя. 10 секунд. Молодцы. Следующее упражнение. Большим пальцем хватаемся за большой палец, крест-накрест. Берем себя за руку и оттягиваем большой палец назад. Выглядит это вот так. Видите, палец, в принципе, у меня так не было. Это я растянул. Растягиваются мышцы внутри ладони. Тоже 10 секунд. Все мы делаем по 10 секунд, либо по 10 повторений. Так, переходим, встряхнули, переходим на другую руку, ладошку на себя. И поехали. 10 секунд. Оттягиваем до приятного дискомфорта. Так, молодцы. То же самое с большим пальчиком. Берем крест на крест, хватаем себя за ладошку и тянем. Видите, эта рука у меня не настолько растянута, но, в принципе, тоже неплохо. Так, те же 10 секунд подержали. Молодцы. Следующее. Берем замочек, выкручиваем руки и выдавливаем. 10 секунд. Поднимаем над головой. Те же 10 секунд. То есть каждый на своем уровне подготовки, ребята. Замочек сзади. Задача поднять руки, не сгибая тело. Тело прямое, руки поднимаете. У кого как получится. Если до сюда, значит до сюда. Если здесь, значит здесь. Главное дать напряжение и тянуть наверх. Сколько можете. Подняли до максимума и отсчитываем 10 секунд. 4, 5, 6, 7, 8. 9 и 10. Дальше мы из этого положения никуда не деваемся, мы просто наклоняемся вперед, даем рукам повиснуть и оттянуть нас вперед. Стараемся максимально спокойно держаться в этом положении. Те же 10 секунд. Ну, если можете, идите дальше. Плавно возвращаемся в исходную, распускаем замочек, трясем плечи, можете попрыгать, все, прекрасно, продолжаем. Значит, сейчас верхняя часть тела, в принципе, мы уже ее размяли, мы переходим к наклонам. Делаем наклон вперед, насколько можете, ребята, если вы здесь, ничего страшного, просто расслабьтесь. Подпишите руками, поиграйте немножечко. Дайте себе возможность расслабиться. Главное, не забывайте дышать. 10 секунд. Если можете положить руки, молодцы. Не можете, тоже молодцы. Так, 10 секунд. Все, возвращаемся. Встряхнулись быстренько. Стараемся взять себя за ноги. И наклоняемся вперед, насколько можем. Если можете положить голову на колени, молодцы. Держим 10 секунд.
Так, дальше мы делаем то же самое, только к правой ноге. Ноги должны быть прямые, мы их не сгибаем в колени. Спина должна быть тоже прямая. Идем к правой ноге. Ребята, если не получается идти до конца, идем сюда, тянемся до той степени, до которой вам комфортно. Не должно быть больно. Чуть-чуть может быть, но не сильно. Так, левая нога, 10 секунд. Ставим ноги чуть шире плеч. И наклоняемся к каждой ноге по 10 секунд. Если вы здесь, то прекрасно. Если можете пойти дальше, идите дальше. 10 секунд. Ноги должны быть прямые, поворачиваемся к другой ноге. Те же 10 секунд. И в серединку. Давайте немножечко поиграем ногами, попой. Те же 10 секунд. Молодцы. Дальше из этого положения мы садимся. Если можете сесть полноценно, садитесь. Если нет, до того момента, где вам удобно. Ваша задача растянуть ноги. Вот. Здесь вы можете встать на носочек. Те же 10 секунд. Если вы не можете сесть до конца, вы можете делать вот это упражнение. Это упражнение. Если можете сесть, то садимся. И 10 секунд. Эту тренировку можно расширить, я ее расширяю по самоощущениям. Можно делать те же упражнения по несколько раз или больше, чем 10 секунд, в принципе. Вот. Но сейчас наша задача быстренько пройтись по всем мышцам. Все, молодцы. Делаем чуть шире. Вот. И повторяем то же самое. То есть тянемся к этой ноге, если можем дотянуться и положить голову, то прекрасно. Нет, тянемся до комфортного уровня. 10 секунд. Молодцы, движемся дальше, возвращаемся в центр, через центр уходим к левой ноге. И опять же 10 секунд. Наслаждаемся. Приходим в центр, можно в центр чуть шире взять, попробовать потянуть шпагат. Встаем, если получается, на локте. Если нет, просто стоим, ребята. 10 секунд. Аккуратно собираем ноги. Давайте еще 10 секунд. Вот в таком положении. Переходим в положение сидя, ноги перед собой. Можно начать оттянуть носочки, если можете. У некоторых может быть даже ситуация, что вот так вот сидеть будет сложно. Ребята, ничего страшного, сидим, пробуем. Вот, это может быть уже ваша растяжка. Если нет, мы движемся вперед, настолько, насколько это возможно. Вытягиваем ноги тоже, чтобы создать даже напряжение можно. И стараемся дотянуться до колени. Если можете взять себя за пятки, еще лучше. 10 секунд.
Молодцы. Берем себя, оттягиваем пальцы назад. И еще 10 секунд. То есть это может быть просто вот это упражнение, ребят. Можете просто себя тянуть, не обязательно наклоняться. 10 секунд. Можете посидеть в этом положении или согнуться. Давайте. Поехали. Молодцы. Выбираем одну ногу под себя. Другую можно выпрямить. И мы тянемся к ноге. Опять же, можете взять себя за пятку. Хорошо. Не можете, тоже хорошо. В любом случае, 10 секунд посидите в этом положении. Поехали. И тянем на себя. Те же 10 секунд. Меняем ногу. То же самое. Ребята, без болевых ощущений сильных. Не рвем себя, не надо никаких рывков, никаких. Не должно быть резких движений. Все делается плавно. 10 секунд. Дали себе продышаться. И пошли дальше. Мы опять оттягиваем ногу. Так, молодцы. Давайте еще разок центр сделаем, чтобы зафиксировать результат. Молодцы, теперь можно, в принципе, закругляться уже. Если есть время и желание, вы можете продолжить и делать то же самое или чуть-чуть видоизменять. А сейчас самое время расслабиться. Дайте себе время лечь в так называемую шивасану. Это поза в йоге, когда ты полностью стараешься расслабиться, расслабить все мышцы и просто подышать. Просто побудьте здесь, отдохните. Дайте возможность мышцам расслабиться. Вы можете дышать настолько долго, насколько вам хочется. Но так как у меня видео ограничено, я вас благодарю, если вы сделали все это вместе со мной. Спасибо вам большое, вы сделали большое дело для себя. Если вы сможете уделять эти 15-20 минут каждый день, то буквально через неделю вы будете жить уже совершенно в другом теле и будете мыслить совершенно иначе, потому что у вас будет гораздо-гораздо больше уверенности в себе, вы будете гордиться своими достижениями. И растяжка – это про здоровье мышц, это про здоровье тела. Здоровые мышцы – это растянутые, гибкие, эластичные мышцы, поэтому обязательно повторяйте это упражнение. Я еще запишу в дальнейшем видео с более глубокими, детальными растяжками на конкретной части тела. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое, что вы были здесь со мной. Повторяйте эту растяжку каждое утро в начале дня. И это даст вам стимул, мотивацию на весь день. Всем добра!